Здравствуйте, друзья! Не так давно, а точнее 15 числа сего года и сего месяца, в сетке появилась лицензионная версия фильма «Орда». Пока что она есть у нас во вкладке от ВК. Вот, она есть даже в хорошем качестве, в плане 720 там на энное количество пикселей. Для того, чтобы вы убедились, что это не какая-нибудь не утка, а что не есть фильм, мы его запустим. Не знаю, насколько долго он будет существовать в ВК, так как правообладатель активно по-прежнему борется с выложенными файлами. Вот. И немножечко попозже, когда мы убедимся, что это фильм, который мы хотим посмотреть, в данном случае покажем, как обойти моменты, если видеофайл удален из ВК. Так, пока что идет буферизация, потребуется немножечко времени, чтобы он подгрузился. Ну, со звуком, конечно же, я вам не могу предоставить звук, но поверьте мне, это лицензионный многоголосая озвучка. Качество хорошее. Вот, на звук вам уже придется положиться, на мое слово. Вот, но если вдруг вы увидите, что видеофайл изъят из публичного доступа, это значит, правообладатель удалил данный видеофайл, но у нас есть альтернативные источники. Вот, для того, чтобы смотреть через эти источники, вам следует скачать и установить P2P Player. Это займет совсем немножко времени, файлик весит 1,5 мегабайта, а устанавливается буквально за минуту. Единственный такой момент, это вам нужно будет при установке программы, она там предложит вам выбрать, куда будет загружаться временный файл, и вам следует, ну, желательно указать не диск C, так как, на мое мнение, диск C должен быть только для системных файлов, ну и, возможно, там для каких-нибудь мелких временных файликов, которые постоянно удаляются. Вот. Этапы установки и скачивания мы проходить не будем, я думаю, вы там разберетесь, это несложно. И после того, как вы установите, вам рекомендую я зарегистрироваться в самой системе. Благодаря этому вы сможете будете управлять плеером, то есть перематывать фильм, и там еще по менюшке много интересного. Так, смотрим, фильм начался. Ну, такой момент: если у вас плеер только установлен или фильм до этого не смотрелся, то в этом месте у вас будет идти буферизация, которая будет выражаться в процентном эквиваленте. Вот, для буферизации потребуется немножечко подождать, пока файл будет скачиваться, там буквально минуту, а то и меньше. Все зависит от количества пользователей, которые просматривают данный видеофайл. Вот, но у меня, так как уже фильм был в буфере, он начался буквально сразу. Вот, мы его развернули на полный экран. Попробуем перемотать. Смотрите, отличное качество, озвучка тоже хорошая, небольшой значок, но это несущественно, небольшой глюк. Вот мы видим, что фильм «Орда» у нас есть уже в лицензии, ее активно смотрят пользователи, этот фильм активно удаляют правообладатели, но тем не менее, всем приятного просмотра, запасайтесь попкорном. Ну и смотрите фильмы вместе с нами. Мы будем стараться не подкачать ваши ожидания.
всегда только хорошее качество. Ежели нет, то стучитесь, и вам откроют, всегда загрузят интересующее вас качество, как гоблин, так украинский перевод, так и все-все-все. Главное, будьте с нами на связи, смотрите наши фильмы. Всего доброго!